Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Солнечный свет». Подводим итоги недельки прошедшей. Это неделя, которая началась с 11 по 17. Вот блокнотик, на котором я записывала свои работы. Значит, вышивалась цветочный натюрморт, макаш, снежная постель. Все остальное не вышивалось. Сейчас я вам быстренько пробегусь по работам, покажу. Так, вот это снежная постель. Надеюсь, вам видно, что тут вышито. Вот, значит, снежная постель. Нужно было 340, вышло 400. Вот в этом районе вышивалось. Вот это. Районе. Раз, два, три, четыре. Вот, 400. Следующая работа у нас макаш. Макаш у нас 180 надо было, вышилось 200. Ну, вот в этом районе вышилось 200. Не знаю, видно вам. Ну, вот, 200. Вот это раз, два, 200. Так, и цветочный натюрморт. Вот он в таком настоящее время находится. Но остался кусочек, ну, не такой большой. Думаю, в этом месяце я закончу. Значит, по цветочному натюрморту я это вот все вышила, вот этот кусочек весь. Так, смотрим. Вот тут у меня записано, значит, нужно было 500, а я вышила 2600. 2600. Вот. Ну и не удержалась, вот вела новую работу. Называть вам не буду, может быть, вы угадаете, что это может быть. Вот такая красота. Вот у меня пока получается. Не знаю, как она вам там видна. Но здесь много крестиков вышито. Вот вела. Надоели просто темные оттенки. Ну, как бы вышивать темным. Вот я взяла светленькие такие вина. Это моя задумочка давняя. И я ее решила воплотить. Это будет небольшая работа. И вы видите, канва очень крупная. Вот видите, крупная очень канва. Ну, посмотрим, как она пойдет, как она у меня будет. Ну, а сейчас будем выбирать, что же мы будем вышивать на следующий раз. Значит, у нас будет обычное. Это самое. Вот начинаем. Значит, с 18 марта по 24 мы будем вышивать. Так, леди из Шалота. Дальше идет снежная постель. Потом снежная постель еще. Так. Я тигр. Дальше я тигр. Магнолия баттерфляй. Так. Вечер у камина. Макаш. Так, русалочка. Русалочка еще добавляется. 1000. И цветочный натюрморт, он в конце вытянулся. Вот эти данные я запишу в свой блокнотик. Вот где-то я тут пометила. Ну, да, вот здесь буду записывать. Запишу все эти данные. И мы встретимся на следующей недельке. А пока я вам желаю всего самого-самого лучшего, чтобы у вас всегда было хорошее настроение, чтобы вы были интересны другим людям. И, конечно, я желаю вам шустрых крестиков. Надеюсь, что цветочный натюрморт я все же завершу в этом месяце. Буду стараться, по крайней мере. Вот, и вам покажу уже, возможно, на следующем
а на следующей неделе уже завершение. Ну а если не на следующей, то на следующей. А пока, 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 дорогие, заходите, смотрите мои видео. Я буду очень вам рада и всегда рада вашим комментариям. Всем, 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 всем заходите, просмотрам и всем остальным на моем канале «Солнечный свет». Пускай этот солнечный свет будет всегда с вами. Пока-пока!